Первая тренировка в облегченном режиме. Сегодня главная задача – втянуться в работу и познакомиться с новичками. Их двое – Василий Жаукенов и Илья Грачев. Оба полузащитники. Первый до этого играл в красноярском Енисее, второй последние 3 года выступал за шведский «Сириус». К варягам успел привыкнуть. Надо как-то перестраиваться тоже, да, какой-то малость есть и шведского хоккея. Вот, вносить буду как смогу, конечно, какие-то технические, может, действия тоже, но вливаться тоже надо в коллектив. Технические действия – это отдельно, это безо всяких скидок, а психологически Илье поможет освоиться то обстоятельство, что старшим тренером в команде его отец Валерий Грачев. Для начала пробежка, потом упражнения. У одной части команды в тренажерном зале, у другой на свежем воздухе. Вся тренировка длится больше 2 часов. Затем главный тренер подводит итог. Я считаю, что физическое состояние, конечно, оно не идеальное. Оно просто соответствует данному периоду тренировок. Провели обследование, все в порядке, все нормально, есть над чем работать, поэтому составили определенный план работы и согласно плану работаем. Сборы продлятся 5 недель. В середине августа хоккеисты начнут тренироваться уже на льду в Ангарске, на стадионе «Ермак». Затем 2-недельные сборы в Хабаровске, а в 20-х числах сентября в Ульяновске пройдет первый этап Кубка России. Что касается ближайших планов, то завтра на стадионе «Рекорд» состоится совместная тренировка с болельщиками, а потом с ними же футбольный матч в 2 тайма по 20 минут. Потом будет общий пикник. Галина Тюрнева, Оксана Куклина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.